А нас, возможно, скоро ждет новый громкий судебный сериал. Андрей Садовый не исключает, что может оказаться на скамье подсудимых. Сегодня на своей странице в Фейсбуке написал о возможности возбуждения против него уголовного дела. Знает ли за что, расскажет Галина Якушко. «Не виноват я в блокаде на востоке Украины, не виноват», написал сегодня Андрей Садовый на своей страничке в Фейсбуке. Никаких переговоров не вел и никаких полномочий от активистов не получал. Наоборот, это он, мэр Львова, оказался в блокаде, мусорной. Ведь фуры с отходами не пускают ни на один полигон, ни во Львовской области, ни в любой другой. Якщо є команда по всій Україні, не вивозити, блокувати, саботувати, вони чесно виконують команду. Така в нас держава. Це треба дуже сильно не любити людей, чтобы штучно створювати такі проблеми. Мусор из Львова не вывозят уже вторую неделю. Баки буквально завалены. Центр города, где много туристов, еще хоть как-то чистят. А вот спальные районы больше напоминают помойки. Да, это неприятно. И не только нам, бо тут все дети ходят в школу, так, как бы, сами разумеете, что у нас все потом несется до дома, в школу, всякая эта инфекция. В то же время губернатор Олег Синютко в очередной раз заверил. Ни одного официального подтверждения от городских властей о том, что грузовики из Львова не пускают на полигоны области, он не получал. Дескать, словом блокада Садовый только прикрывается. Слово «блокада» використовується для того, щоб продемонструвати, закрити свою неспроможність виконати роботи по вивозу твердих побутових відходів. Місто не дало жодного конкретного факту, де би затримувалися сміттєвози чи конкретного номеру автомобілю. Передоставить конкретные факты задержания машин городские чиновники, видимо, не могут, потому что по Украине фуры разъезжают незаконно. Некоторые грузовики успевала отловить полиции, и тогда их возвращали обратно во Львов. Но многие сбрасывали отходы подальше от населенных пунктов, чаще всего в лесопосадках. Только с начала марта фуры с львовским мусором успели побывать как минимум в 6 регионах. За это время грузовики наведались в Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую, Одесскую и Черкасскую области. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львов. И ближе к вечеру наши львовские корреспонденты сообщили, что в Яворовском районе области около десятка фур вывалили мусор прямо возле озера. Активисты подозревают, отходы привезли из Львова. Местные жители в знак протеста перекрыли трассу Львов-Краковец. Люди требуют встречи с чиновниками.